проблема была пародонтоз. Боялась, что в какой-то момент я потеряю или зуб, или несколько. Поэтому я вот искала вариант, что с этим можно сделать. Я первый раз была в апреле, и было у меня 3 места на выбор, 3 клиники. И придя сюда, получилось так, что апрель была первая клиника, придя и пообщавшись с врачами, я поняла, что это мои врачи. Наверное, я уже ничего не боялась, потому что принято было решение, и когда ты заходишь в этот процесс, уже не страшно. Уже не было никакого страха, и я была уверена, что все хорошо будет, поэтому оно и было все хорошо. Всегда на связи, всегда с прекрасным настроением я сюда ехала. Даже сейчас я вот случайно могу увидеть проходящего одного из врачей, здесь я сейчас у одного другого уже постоянно наблюдаюсь. Ну, просто ангел промелькнул. Большое спасибо. Я думаю, что мы еще встретимся, потому что еще впереди будут какие-то у меня другие этапы. Только сюда. Рекомендую всех только сюда, потому что, ну, все комфортно было, все хорошо. Большое спасибо.